Здравствуйте, коллеги. World Food вновь на ваших экранах. Рядом со мной новый интересный спикер. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, какую компанию представляете? Здравствуйте, меня зовут Василий. Я представляю компанию ООО «Фиточаи Хакасии». Мы находимся в третьем павильоне, 15, зал 15, стенд D3157 с коллективным стендом от Республики Хакасия. И я возглавляю компанию ООО «Фиточаи Хакасии». Собственно, я уже в третьем поколении занимаюсь травами. Мой дед еще в далеком 1970 году изобрел фитобочку. Есть патентное изобретение. Отец у меня народный целитель. Производит прекрасные, эффективные бальзамы, мази. Ну и я, собственно, с мелкого возраста принимал опыт, лазил с ними по горам, изучал лекарственные травы. Ну, собственно, и остался на этом поприще. ООО «Фиточаи Хакасии» в данный момент производит 20 разновидностей фиточаев, как сборных, так и иван-чая. Также заготавливаем, продаем саган-дайля. Это трава, продлевающая жизнь, очень многие ее знают. Сильные энергетики, очень вкусный. Вот, заготавливаем это все в Республике Хакасия, где нет на сотни километров никаких вредных производств. Именно поэтому наша продукция была признана самой экологичной во всей Республике Хакасия. Также мы заняли первое место в республике в номинации «Семейное дело». Мы позиционируем это как семейный бренд. И сейчас уже и четвертое поколение дети тоже принимают посильное участие в создании нашего продукта. И для нас это очень важно, передавать опыт, знания. И, знаете, за продукт вообще не стыдно, потому что здесь для нас репутация трех поколений – это не пустой звук, а дело чести. Мы пожелаем вам удачи на нашей выставке и надеюсь, что тот павильон, который мы назвали, посетят огромное количество посетителей нашей выставки и оценят по достоинству ваш чай. Можно ли там попробовать его? Да, конечно, у нас проходят дегустации, приходите, мы обязательно вас напоим вкусным чаем. А еще наша фишка заключается в том, что вот не у всех чаи, травяные чаи вкусные, а наша фишка именно вкусный глоток сибирского здоровья. И наша миссия – это не просто вкусный чай, а вклад в ваше здоровье и долголетие. Приходите, расскажем, покажем и напоим. Наверное, добавить больше нечего. Пожелаем вам удачи на нашей выставке. Спасибо вам большое за ваш труд. Спасибо.